вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії для вас працює Наталія Ігнатенка. Добрий день. Сьогодні на Гомельщині названо ще одне прозвище кандидата у члени Совета Республіки Національного Сходу Республіки Білорусь. Відповідне голосування пройшло на сумісному посідженні президіума Гомельського городського совета депутатів і городського виконавчого комітету. Наші кореспонденти з подробязностями. Посяджение по вылучению кандидатов будут проходить до 19 жнивня. Згодно с действующим законодавством, представительство от Гомельской области 8 человек. Зараз потенциальных сенаторов выбирают на суместных посяджениях мясцовых советов депутатов и выконавших комитетов. Потребования до будущих членов Совета Республики агульные. Узрост не меньше за 30 годов, как минимум 5 из яких необходимо прожить на территории в области. Белорусское громадянство и отсутность судимости. Плюс высокие деловые якости и здольность працевать у коллектива. У Гомелі полічили, что усім гэтым потребованиям отповедая Андрей Беляков, який свою працовную деятельность починал у системе адукации, а потом прошел шлях от первого секретаря Гомельского районного комитета БРСМ до первого секретаря Центрального комитета этой организации. Под руководством Андрея Эдуардовича Союз молодежи реализует в общественно-политической жизни страны такие значимые проекты, как волонтерский «Доброе сердце», патриотический «Цветы победы», спортивно-образовательный форум «Олимпия», дискуссионные, открытые дебаты «Выбирай бай», марафон «Все краски жизни для тебя» и многое-многое другое. В международном сотрудничестве налажено сотрудничество и подписаны порядка 30 соглашений с молодежными организациями России, Греции, Кубы, Венесуэлы, Ирана, Турции, Азербайджана, Латвии. У вынику открытого голосования Андрей Беляков обирается кандидатом у члены Совета Республики Национального Сходу Беларуси. У вересні кончатковое решение будет принято на посяджении депутата у базового узровня у Гомельской области. Покуль же потенциальный сенатор каже об своем жадании займаться конкретными пытаниями и додае, что работа у Белорусским Республиканским Союзе Молоди у гэтым плане допомогла отримать отповедный опыт. Безусловно, что опыт, который есть, он уверен, пригодится и уже на таком ответственном участке работы, если все сложится успешно, конечно, буду прилагать усилия, чтобы вот конкретными действиями, конкретной помощью делать так, чтобы помогать людям и делать так, чтобы наша страна была еще сильнее, и вместе мы строили процветающую независимую Беларусь. Олег Сентеров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Уборка зерневых и зернебобовых культур на Гомельщине поступово выходит на финишную промою. Аграрии Речицкого района первыми в регионе завершили массовую уборку. У мясовых господарках и самый великий намолот – больше за 105 тысяч тонн сбожжа. А кроме этого, Речицкий район – лидер по урожайности – 41,5 центнера с гектара, что на 10 центнеров больше за региональный показчик. Агульный намолот у господарках в области – каля 915 тысяч тонн. На сегодняшний день убрано 83% площадей. Ближе до завершения уборочных работ у Мазырским, Гомельским, Добрушским и Жлобинским районах. Сегодня в областном центре отбылось посяджение Гомельского горвыконкама, подчас якого обмерковывалось питание об ходе подрыхтовки до работы в осенне-зимовый период 2016-2017 года. Зараз ведется активная деятельность по выполнению запланованных у гэтым накірунку мероприемств. Подчас посяджения прогучало. На всех теплокрыницах областного центра створены необходимый запас резервового палива у колькости амаль 3000 тонн. Регистрация паспорта у готовности этих объектов ожидается в соответствии с графиком Держэнерганадзора. Так, у Гомеля уже 37% теплокрыницы тримали соответствующие документы. Особливая увага надается и подрыхтовцы жилевого фонду, который складывает около 2000 жилых домов, что продуглеживает выполнение ремонта инженерного обсталявания, тепловых пунктов, водоповышальных установок и иншага. Зараз эти работы практически завершены, паспорты готовности у Гомеля отримали 55% спожилцов тепловой энергии. В целом, запланованные мероприемства по подрихтовце до работы осенне-зимовый период 2016-2017 года иде в отповедности с усталеванным планом, опереживающие летошние показчики. Зараз все структуры областного центра задейничаны на ликвидации проблемных пытаний, как пашпорты готовности теплокрыниц и спожилцов тепловой энергии были отриманы у агульно отведенный термин. Вопросом, который следует сегодня также обсудить, является обеспечение теплоснабжения жилого дома номер 3 по улице Жарковского, детской областной клинической больницы,
филиала Гомельской городской поликлиники номер 6 по улице Комсомольской и объект банк ВТБ, теплоснабжение которых ранее осуществлялось от котельной Гомель облтеплосети, ликвидированной в связи со строительством детской областной клинической больницы. По информации Гомельская областной УКС, работы по подключению теплоснабжения планируется выполнить до 1.10.2016 года, при этом в соответствии с решением, как уже было сказано, Гомельского областного дома, потребители теплоэнергии паспорта должны получить до 1 сентября. У Беларусі рыхтуюцца ўзмацніць барацьбу з курэннем. У распрацоўцы знаходзіцца праект новага антытытунёвага дэкрэта. Ён прапануе прыраўняць электронныя цыгарэты да звычайных і пашырыць пералік месцаў, у якіх курэнне забараняецца. Шматдзетная сям'я Грачухаў жыве ў адной з новабудоўляў у Гомеля 4 гады. Заўсёды хацелі мець некалькі дзяцей, таму жыллё адразу выбралі прасторнае. Пакуль нарадзілі траіх. Двух старэйшых дзяцей на лета адправілі да бабулі. Адпачыць ад гарадскога шуму, сутуліцы і цыгарэтнага дыму. Сямейнае шчасце Грачуха патанае ў тытунёвым смогу. Па словах шматдзетнай маці, паверхам ніжэй жывуць суседзі, якія кураць бесперапынна. Они очень часто курят, и муж, и жена, но они сейчас вообще в разводе, но все равно бывают здесь. А в этой комнате мы жили до этого с ребеночком. Сейчас перенесли кроватку в зал, потому что здесь, особенно ночью, жить невозможно, когда они приезжают. Весь дым к нам. Домовиться по-доброму не отрымливается. Каб вырашить проблему, шмадетная мать зверталась у разные инстанции. Але покарать суседей немагчыма, законодавство яны не порушают. Курить на властном балконе у их есть полное право. Правилами пользования жилыми помещениями, содержанием жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением правительства в 2013 году номер 339, установлен запрет на курение в многоквартирном жилом фонде как жильцов, так и организаций во вспомогательных помещениях. Это коридоры, галереи, лестничные марши, площадки, лифтовые комнаты, комнаты под мусоропроводы и другие помещения, придомовая жилая территория и оборудованные детские площадки. В соответствии с административным кодексом, курение в местах, которые запрещены в соответствии с действующим законодательством, влечет за собой наложение административного штрафа в размере до 4 базовых величин. По статистике у Гомельской области курить 23% жыхароў, маюцца на увазе грамадзяне 16 годов. Нават неумысна яны часто становятся причиной незручности для тех, кто этой шкодной звычки не мае. Разом с тем проблемы грамадства, связанные с курильщиками, значно ширейшие. У Беларуси от хвороб, связанных с курением, что год помирает несколько тысяч человек. Причем вельми часто тутуневый дым отправляет на той свет працездольных и активных. В Украине дейничая шерах нормативных правовых актов, накированных на скорочение споживания тутуневых вырубов. В 2005 году Республика Беларусь ратифицировала рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Также в стране действует ряд нормативных и правовых документов, в том числе это декрет президента Республики Беларусь номер 28 о государственном регулировании производства, потребления табачных изделий и табачного сырья. А также это закон Республики Беларусь номер 225 о рекламе, кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Але люди по-ранейшему курят, и одних заборонных мер, видовошно, недостатково. Плануется, что новый декрет приравняет электронные цигареты до звычайных и заборонит споживание и непалильных жавальных сумесяў. У кафе и ресторанах будут обсталяваны специальные места для курения. А вось у лифтах, на дитячих пляцовках и пляжах новый декрет заборонит курить увогуле. Тое ж тычыцца вытворчых памяшканий у территории спортивных и оздоровленчых объектов, припынка у громадского транспорта. Плануется, что у автомобилях и помяшканиях, коли у их присутничают дети во возрасте до 14 годов, курить так само будет нельга. Настасья Кучинская, Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Православные верники сегодня означают День памяти одного из самых шанованных святых – великомученика и лекаря Пантелеймона. С этой нагоды боскую литургию у Свято-Петропавловском соборе Гомеля означали у епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Нагадаем, у гэтыя дні ў галоўным саборы Гомеля знаходзіцца часціца мошчаў святога Пантелеймона, дастаўленая з Італіі. Наведаць службу і пакланіцца святыні гэтай раніцай да храма прыйшлі сотні вернікаў. Па гэтай прычыне боскае дзейства прыйшлося перанесці на вуліцу. Літургія прайшла на прыступках сабора практычна пад адкрытым небам. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Наталія Ігнатенка. Я і мои калегі жадаем вам добрага дня. До новых сустрэч у эфіры.